Всем привет! Продолжаем рисовать знаки дорожного движения. Сегодня мы будем рисовать один информационный знак, который обозначает зону приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении. Это такой, да, информационный знак. Знак имеет прямоугольную форму. Вот такой будет у нас небольшой знак. Внутри будет такой более, наверное, квадрат. Вот такой. И вот такой. Отлично. Внутри этого квадрата мы напишем слово «радио». Такое «Р». Такое «А». Радио. И можно обвести его черным фломастером. Вот так вот. Радио. И внизу, вот здесь надо написать частоту, на которой это радио будет работать. Так, я напишу черным фломастером, но, в общем-то, это должно быть белым цветом. Напишу 68, 0 и герцы, мегагерцы. Давайте вот напишу 6, 8, 0 и внизу вот тут мега. Мегагерцы. Отлично. Теперь нам остается только все тут закрасить. Возьмем синий мелок и вот тут все вот это прокрасим. Вот так. Увидев этот знак на дороге, вы можете настроить радио на эту или другую частоту, которая написана на знаке, и послушать информацию, которая, наверное, будет полезная. Может, например, впереди что-то там произошло. Давайте я вот так прокрашу тут, и может еще введу. Вот так. Очень даже хорошо видно, да? Да. Вот такой у нас получился знак радио или зона приема радиостанции. Всем спасибо. Ждите новых дорожных знаков. Пока-пока.